И к другим темам. Более 20 наследственных заболеваний в Бийске с 1 января начали проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных. Если раньше подобное обследование затрагивало лишь 8 заболеваний, теперь список болезней существенно расширился. В Бийском межрайонном перинатальном центре введено обследование новорожденных, которое может выявить более 20 генетических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Диагностику проводят на базе Алтайского краевого диагностического центра, а также Томского научно-исследовательского центра. На сегодняшний день обследовано более 350 ребятишек. У четверых найдены заболевания из списка. Сейчас проводят уточняющую диагностику в Москве. Добавим, что несвоевременная диагностика приводит к нарушению работы центральной нервной системы. Сейчас в Наукограде малышей обследуют на болезнь кленового сиропа, тирозиэмию, многие ферментативные недостаточности, нарушение обмена жирных кислот, первичные иммунодефициты и детскую спинальную мышечную атрофию. Это заболевания, те, которые они сложно диагностируются. И поздно, запоздало, как правило, диагностика идет. И поэтому очень быстро приводит к инвалидизации детей, да, которые потом дорогостоящее лечение. Вот по телевидению часто показывали, что сбор денег там, на спинально-мышечную атрофию, помогите, там такой-то препарат очень дорогой, он только за рубежом и так далее. Если вовремя поставить диагноз до месяца ребенку, а еще лучше в первые дни жизни, то начинается своевременное лечение, и такого дорогостоящего лечения уже не потребует.